Всем доброе утро! Доброе утро, ребята! У нас сейчас завтрак. Ну, у меня готов, еще, у Кати еще не готов. Вот, я немножко уже покушал. Вот, и мы решили заснять. Так, у нас сегодня какие дела? Ну, вот сейчас видео одно снимаем. Да, на концовку надо снять. Да. А потом мы, наверное, поедем... На море. На море, да? Море, море. Я думаю, да. Потому что поедем. Еще нужно будет заехать к моим родителям, у них компьютер что-то с ним случилось. Не включается, да? Mm-mm. Будем смотреть. Хорошо. Ладно. Все, всем приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Ну что, народ, у нас вроде тепло на улице, так что мы собрались. Я уже переоделась. Ваня, надо переодеться. Тебе будет так неудобно. Собираем камеру, едем на море снимать йога-челлендж. Йога-йога. Ой, ребят, сегодня на улице так тепло. Прям так жарко. Машина даже умудрилась нагреться. Так что сегодня прям нам нужно поехать на пляж. Да, Зай? О, мы сегодня большие молодцы. А на обратном пути заедем к родителям? Да. Да? Ну, я не знаю, по времени сколько мы там. Ну да, как обычно. Будет как обычно. Мы сейчас сначала сделаем то, что нам надо. Угу. Потом уже заедем. Мы приехали к морю, ребят, припарковали машину. Довольно пустой паркинг, парковка пустая. Зай? Чего ты там так долго? Все, выходишь? А? Ну, мы надеемся, что на пляже не будет слишком много людей, чтобы мы спокойно отсняли видео. Вот, так что идем на пляж. Погода классная. Так, тепло, хорошо. Смотрите, ребят, у нас на пляже практически никого. Есть парочку людей. Но пустой пляж. Ребят, мы на пляжу, но начинается дождь, но мы, слава богу, успели все отснять, все прекрасно. Короче, насмеялись мы вообще. Круто, да, забыла? Да, так у нас сейчас камера на море. Ну, значит, нам нужно быстренько маршировать домой. Точнее, в машину. Ой, круто получилось, блин, так классно. Не без повреждений, конечно, я ударилась, упала. Ну ничего. Зато, я надеюсь, классная стоечка получилась. Ой, дождик такой, тучи. Вообще, поезд. Да, вообще дождя не должно было быть. А тут Натя. Дождик, привет, я вам все испортил. Нет, дождик, ты нам ничего не испортил. Мы успели все отснять и сейчас едем домой с готовым челленджем. Да, Зая? Да. Пока сильный дождь не начался, я решила ради приличия потрогать все-таки воду. Теплая, холодная. И вообще никто не купается. Ну, такая. Но в интернете говорится, что 21 вроде градус вода, температура воды. Ай. Да не, нормально. Вода нормальная. Знаешь, ничего так. Хочешь искупаться? Или не хочешь? Так иди. Иди купайся. Дай, Ваня пойдет купаться. Ты не заболеешь, не замерзнешь? У нас даже полотенца нет. Ну ладно. Беги, я тебя подожду на берегу. Все. Мой герой пошел купаться. Не, ну мы правда пока делали челлендж, жарко, вспотели. Я бы тоже пошла, но у меня купальника нет и, короче, не пойду я купаться. О, как он быстро залез! Обычно так быстро в воду не залезает. Классно? Что? Теплая вода, да? Вот так вот мой котик купается. Смотрите, здесь, короче, у нас это называется ферия.
короче, типа ярмарки, и тут малюсенькие пони стоят, смотрите, какие хорошенькие, травку кушают, и куча детей возле этих пони. Прикольно. Все, мы уже приехали к Ваниным родителям, тут, как всегда, нас хотят накормить, и снимали они видео, это же видео снимали, да, тетя? Нет. А, не, не снимали? Капусту вы снимали свою. А, да. Короче, тушеная капуста с мясом, то, что мы с Ванечкой сейчас будем кушать, всем приятного аппетита. Все покушали и завалились на диван. И Ваську с собой захватили. Вот такой вот у нас уже вырос огромный Василей. Василий. Глазки, кстати, у него такие яркие стали, янтарные. Красиво, особенно когда солнышко. Обалденные глазки. Он так линяет сейчас вообще. У него сейчас подшерсток слазит, смотрите. И все сыпется. Пока мы были у родителей, на улице прошел дождик. И у нас все здесь так мокро. Так хорошо, прохладно. Я обожаю запах после дождя. Да, Зай? Вот вообще. А после, особенно, когда такой уже более-менее осенний дождик. Так классно. А сейчас приедем домой, откроем все окна, выгуляем Пусянечку нашу на балконе. Хорошо, да, чтобы она прогулялась. Если не успела искупаться. Да вообще, не говори. Катя только что Пуми почистила туалет, теперь Пуська довольна. Ты довольная? Довольная, конечно. И вот довольный Ваня пришел. На камеру. А я пошла монтировать. Че стулья так разбросаны? Не знаю. Я сейчас буду монтировать. Сделаешь чай? Пожалуйста. Может, кофе? Будешь кофе? Кофе? Не, мне потом тошнит. Не, я буду чай. Че тебе от кофе тошнит? Я тоже не знаю, когда я пью вторую, третью чашку. Ну, подряд. Не то, что подряд, а когда вот не знаю, хочу, не хочу, ну ладно, выпью, тогда мне начинает подташнивать. Ну, это не первый раз я заметила за собой такое. Вот, поэтому нет, кофе не буду, я лучше утром выпью. Буду чай с медом. Ладно. Я стоял, слушал, короче, понимал. Так, ну что, ребят, все, я чай попила, смонтировала видео, и теперь мне захотелось виноград. Я вспомнила, что Ваня сегодня утром сходил, купил кофе и купил виноградик. Так что я сейчас буду мыть эту красоту. Смотрите, какая. Я тоже буду. Нет, не будешь, ты провинился, тебе не положено. Вот, вот такой вот виноград у нас. Так что сейчас я его буду мыть, и мы его будем хрум-хрум-хрум кушать. Все, виноград помыт. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Так, у нас сейчас будет такой мини-ужин, да? Да. Чисто овощной. Это что там, только мясо, что ли, есть? Да, там на упаковке были нарисованы креветки, но они чисто были нарисованы только. А, креветок там не было? Ну, а это было. Типа вы могли добавить креветки, да? Да, там 3-4 вот такие вот креветочки, и я думаю, блин, что за фигня? Добавила куриного мяса. Обломщики. Там ужас. Это не то, которое покупала, что здесь, видишь, здесь морковка есть. Да. А там чисто было... Фасоль и креветки. Вот я помню, мне так нравилось. Короче. А где ты покупала-то хоть? Мне кажется, за я в Карифуре покупала. Mm-hmm. Или в Меркадоне, короче, в каком-то из них. Меркадона. А мы купили где? А? Где мы купили? А в Алькампо? В Алькампо купили, потому что мы купили. Mm-hmm. Ну хорошо тогда, ладно. Всем приятного аппетита. Всем приятного, ребятки, аппетита. Катя поехала. У нас в семье как? Кто встал, место пропал. Место пропал? Да. Я встала, приперлась сюда наша красавица и уселась. Нет, Зоя, ну что ты такое, блин? Блин, я оладушек. Пума, ты что? Давай на нее ляжь. Не надо на нее ложиться. Она не хочет. Не, ты как Вася, или Вася как ты. Чуть-чуть ей что-то не нравится, но сразу... Ну, Пума поприятнее это делает.
Это Вася делает вот так. Такая теплая. Она замерзла, блин. Ну тут сидеть. Она вот тут на столе обычно сидит, а тут у нас открыто окно. Да, да. Я буду чай. Так, я уже убрала полотенце с головы, но волосы у меня еще не высохли. Хочу закрыть. Я большую кружку делать не буду, потому что... Я тоже большую не хочу. Ты будешь большую. Я буду прозрачную. Какую из? Капельную или бескапельную? Капельную. Это? Да, капельную. А что это у нас за новое слово? Капельная кружка. Ну так... там внутри как будто капелька. Это когда ты такое придумал? Сейчас придумал? Да. Ну круто, круто. Ну, тебе кинуть виноградика? Да не, не хочется. Медика? Да не, не хочется. Молочка? Mm-mm. Сахарку? Mm-mm. Вазочку? Может, сюда вазочку засунуть и через нее залить чайку? Mm-mm. Очень вкусно. Не, не хочется. Орехов грецких? Mm-mm. Может быть, травки искусственные? Mm-hmm. Нашинковать. Не. Ребята, очень вкусный виноград, только в нем такие косточки огромные. Я люблю без косточек. Арбузы без косточек, виноград без косточек. Еще скажи, дыня без косточек. Или яблоки, да? Без косточек. Так. Знаете, куда мы завтра едем? Ну, по крайней мере, планируем. Сегодня там обещать не будем. Мы, короче, хотим опять на батута. Да, завтра последний день. Я в понедельник уже ухожу на учебу. Да, так что надо это дело все отпраздновать. Угу. Будем прыгать и скакать. На батуте. Прыг-скок, прыг-скок. Помимо батута, в чем мы планируем? На пляж еще попасть? Ну, если будет хорошая погода, туда можно заехать на пляж. Что, я сегодня так классно покупался. Прям порадовал. Есть за меня. Так, я тут пытаюсь волосы свои перевести в какой-то вид. То они так торчат. Вот, я только что, сколько? А, нет, не только что. Час назад вышло видео на Sweet Home, наш этот, как он называется, йога-челлендж. Ой, как все светло. Вот, ребятки, огромное спасибо за комментарии. Надеемся, что этот челлендж вам понравился. Нам было очень весело. И я думаю, возможно, зимой, да, Зая, мы сделаем еще такой челлендж. Мы с тобой оденемся в зимнюю одежду, в наши куртки вот эти вот. Что? И в них будем делать. Угу. Контакте ярко светло. Ты не переборщила с этим? Да нет, не переборщила. Я помыла волосы и маску делала. Теперь волосы такие хорошие. Пахнут так приятно, только надо расчесать. Ну что, что у тебя там с чаем? Все дела готово. Как обстоят? Все готово? Угу. Да? Тебе разбавить? Да. Ну все, ребят, мы будем пить чай. Да. Будем с вами прощаться. Монтировать влог, загружать. Да. Выдлини руку. О, молодец. Всем спокойной ночи, ребятки. Всем пока-пока. Кстати. Пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.